Об этом пожаре мы рассказывали в патрульной службе. Тогда по факту возгорания и гибели людей проводилась проверка. И вот стало известно о возбуждении уголовного дела. Дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» расследуется Осташковским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета. По данным следствия, 14 января на пепелище дома, расположенного в населенном пункте Сиговка Осташковского городского округа, были обнаружены тела двух мужчин и отдельные фрагменты костных останков биологического происхождения. В ходе проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы достоверно установлено, что два тела и фрагменты костных останков принадлежат трем мужчинам, личности которых установлены. В момент возникновения пожара они находились внутри жилища. Следователям и криминалистам Следственного управления Следственного комитета проведен осмотр места происшествия. Проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается. На этой неделе в патрульной службе мы рассказывали о доследственной проверке по факту хлопка газа в двухэтажном доме поселка Старый Погост Калининского района. По уточненным данным, квартира, где произошел хлопок, была оборудована газовым баллоном. Дом, а в результате хлопка полностью выгорела одна квартира и повреждены другие жилые помещения, не газифицирован. 25 января в Следственный отдел регионального следственного комитета России поступило сообщение о произошедшем хлопке газа в одной из квартир двухэтажного дома, расположенного в деревне Старый Погост Калининского района. В результате происшествия никто не пострадал, произошло разрушение одной из квартир, в других повреждены стены и выбиты стекла в окнах. По факту случившегося Калининским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка. Совместно с криминалистом Следственного управления, сотрудниками МЧС и полиции произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Следователям Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Мы еще раз обращаемся ко всем, кто пользуется газовыми баллонами, а также к тем, чьи дома газифицированы. Быть предельно осторожными с голубым топливом. Прислушайтесь к рекомендациям специалистов и в экстренных случаях звоните в газовую службу. На улице Машинистов в Твери автомобиль «Рено Логан» врезался в железнодорожный состав. Пострадал водитель «Рено», мужчина 61-го года рождения. С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга мужчина доставлен в больницу, откуда отпущен домой. По словам сотрудников ГИБДД, человек за рулем был абсолютно трезв. На вопрос, как на железнодорожном переезде он не увидел состав, пострадавший ответил просто: не заметил. 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, старший инспектор по кадрам регионального следственного комитета Алексей Варфоломеев провел урок мужества в кадетском классе школы номер 16. Урок посвящен одному из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. 872 дня смерти, бомбежек, холода и голода, отчаяние и мужество жителей северной столицы, пока кольцо вражеских войск вокруг города на Неве не было разорвано. Это случилось 78 лет назад. На уроке мужества был показан документальный фильм «Ленинград. Город, ставший героем», подготовленный в Следственном комитете России. Уникальные съемки тех трагических лет не смогли оставить детей равнодушными. Эта встреча стала настоящим уроком мужества, героизма и любви к Отечеству.